Всех приветствую, друзья! Только что обработала свою уточку и не могу не поделиться с вами. Не могу не похвастаться. Хочу показать вам. Посмотрите, друзья, какой цвет, какой замечательный цвет. Желтый такой, слушайте, яркий. Прямо, ну вообще не могу нарадоваться. Смотрите, какая красота. Какой цвет тушки. Вот, уточки 1 год. Вот, ровно год. Я ее зарубила и вот обработала. Уже ощипала, внутренности вот вытащила, еще не взвешивала. Хочу показать, сколько здесь жира. Жира вообще чуть-чуть, капочка. Капочка жира вот на желудочке. И вот немножко жира в кишечках вот было. То есть в этой утке, в этой породе уток, это мускусная порода уток, мало жира. Я об этом говорила ранее, но сейчас хочу вам показать, чтобы вы убедились. То есть вот здесь внутри жира нет, здесь все мяско. Вот, немножечко. Вот это вот жир, вот весь жир, который был здесь в тушке. То есть все остальное мясо. Мясо у мускусной утки диетическое и мясо. Посмотрите, печень какая темная. Она немножко у меня разорвалась, когда я вытаскивала. Темная. В общем, я довольна. Эта утка, друзья мои, та, которую я грозилась убрать. Помните, я вам показывала. Которая мне жрала утят. Маленьких. Вот. Я видела своими глазами, как она их пожирала. В течение полудня съедала полностью, полностью утенка. Съедала утят, которые случайно попадали в утятник, забредали. Или же эта утка могла спокойно съесть утят и в яйце, потому что у меня и яйца каким-то образом попадали на пол. Ну ты посмотри. Рыжик, что ты хочешь? Что? Что? Пришел мне тут. Без рыжика никак, понимаете? Ну да, пахнет мяском, конечно. Конечно, да-да-да, мяском пахнет. Да, тебе это не достанется. На чем я остановилась? В общем, ела маленьких утят, да. Яйца, которые были на полу, с гнезда каким-то образом они падали на пол. Находила я в утятнике на земле, и там были поеденные утятки, маленькие, уже зародыши. Вот. Сколько раз я это находила, сколько раз я и не понимала, откуда это все берется и кто виновник. И я так думаю, что вот эта вот утка и виновница, потому что селезень не может у меня это делать. Я не видела, чтобы он и утят ел. Он спокойный у меня, кстати, как удав, селезень. И все остальные уточки тоже. А вот эта проказница, не понимаю, чего ей не хватало, но вот она жрала. Я слышала до этого, друзья, что каннибализм существует и есть, конечно, и утки могут пожирать. Да, я об этом слышала. И сейчас я уже об этом знаю, потому что видела. И говорю вам, вот, друзья, посмотрите, посмотрите вот так по кругу. Пройдусь, какая желтенькая, вы видите? Боже мой, кожа желтого цвета. Жира причем мало. Так, ну теперь давайте взвешиваем, потому что мне самой интересно, сколько весит эта утка. Вот, тут я весы поставлю. Кстати, так, сейчас вот так, на ноль. Рыжик, уйди, уйди мне отсюда, быстро. Эта утка, я ее взвесила, когда она была живая. Значит, 2 килограмма 250 грамм она весила. Теперь давайте узнаем, сколько она мне весит без ничего. Так, чисто тушка. Так, давайте я поставлю по центру. Чисто тушка, 450 кило. Вот так округлим. Но я всегда, друзья, взвешиваю. Вот. Так, давайте я все вовнутрь запихаю, потому что я так не люблю. Или давайте вот так рядом поставлю, да? Ладно, поставлю наверх. Я обычно вовнутрь все сую и потом взвешиваю. Вот это у меня идет полный, друзья, набор. Вот. Вот это все я использую в пищу. Ну и, естественно,
продаю в таком виде. У меня есть покупатели, которые только у меня и берут мясо, яйца. Им нравится мой продукт. Вот. И вот в таком виде я продаю. То есть до этого я тоже спрашиваю. Так, давайте вес посмотрим. Кило 743. Вот. Да? Сейчас чуть-чуть подвигала. Кило 742. Кило 742. В общем, кило 740. Вот так. Кило 740. Вот. Все, снимаем. В общем, что я хочу сказать, что те люди, которые у меня покупают, да, мясо, я их спрашиваю, конечно, как вам продавать. Чисто тушку вы хотите? Или вы еще хотите комплект? То есть голова, лапки, внутренности, понимаете? И ни один человек еще у меня не отказался и не сказал, что дайте мне только тушку. Нет, обязательно. Весь вот этот комплект они просят. Потому что вот это, друзья, это все, я вам хочу сказать, это все вкусно. Это деликатес, между прочим, да. Это все вкусно, это все кушается. Тут мне уже пчелки поналетали, вы видите, на запах мяска. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Так, сейчас я это все буду убирать в пакет. А то они мне сейчас... Ой-ой-ой, налетят. Ну вот, друзья. Такой вес я вам показала, да, замечательный. Вот, такой цвет. Вот, друзья, показываю вам. Радуюсь сама. И хочу, чтобы и вы порадовались вместе со мной. Напишите в комментариях, друзья, как вам. Как вам моя тушка утиная. Еще раз напоминаю, кто не знает. Я содержу уток. Порода мускусная. И, друзья мои, не собираюсь отказываться от этой породы. Даже если она растет дольше, чем другая утка, бройлерная утка, там еще супер сейчас утки идут, разные тяжелые линии, французские, немецкие. Вот моя утка самая лучшая, и я довольна своей уткой. Вот такой вес утки год. Она мне уже несла в этом году яйца, причем два раза у нее была яйцекладка. На яйцах она не сидела, но она хотела сесть, друзья. Но я ей не дала, потому что она хотела сесть в гнездо к другой утке, которая уже там сидела. И еще одна утка. В общем, три утки. У меня есть видео на моем канале. Три утки на одном гнезде хотели сидеть. Я, естественно, одну оставила, а двух других выгнала. Вот этой утке не удалось быть мамашкой. Вот. Но зато она съедала хорошо утяток. Вот так. Все, друзья, не буду затягивать. Всем спасибо за просмотр. Пишите комменты. Свои впечатления, лайки ставьте. И пока. С вами была Наталья.